Привет, друг! Теперь каждую пятницу в 20:00 по Москве на нашем канале будет проходить стрим. А также каждую субботу в 19:00 игра с подписчиками на камеру. И ты тоже можешь принять в ней участие. Достаточно просто перейти по ссылке в описании в нашу группу ВКонтакте и написать мне, что хочешь тоже играть с нами. А также не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Погнали! Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. Сегодня мы будем играть Grixis Контролем. А где он у нас? Grixis Контроль Амасом, извиняюсь. Дека на токенах. Grixis Контроль на токенах на, собственно, скопище. Да? У нас тут, короче, токеногенераторы со скопища. Мы создаем армию зомби. Она растет. И, надеюсь, убивает. Но если не убивает, то мы создаем ее вновь. И она растет. Единственное, такой вот нюанс деки. Она очень болезненная. Здесь мы очень много будем терять жизни. Но у нас есть небольшой отгенка жизни. Поэтому, я думаю, она нам... Ну, ничего плохого, на самом деле, это и не сделает. Итак. Что у меня здесь вот так вот есть? Два негейта в мейне контерспелл, который отменяет заклинание несущества. А четыре копии вторжения Орды Ужаса, естественно, куда же без них. Ведь это карточка, которая каждый ход создает нам армию зомби, либо увеличивает ее на один. А одна копия гибели легиона, которая изгоняет существо. Ну, это такая садичка, карточка, которая, во-первых, очень помогает, когда нужно, а во-вторых, очень легко отсаиживается, когда нужно. 4 дискарта, естественно. 3 бешенства Анграта, которая заставляет оппонента либо пожертвовать артефакт, это важно сейчас, либо существо, либо плейнсвокера. 3 копии смертоносной всадницы, наш ремувал. 3 копии сверкающего надзирателя. Существует 1-4 за 3 маны, когда выходит на поле битвы, использует скопище 1, то бишь, либо кладет, либо увеличивает нашу армию зомби. И у фишек под нашим контролем есть порча, устойчивость и угроза. И это тоже круто. 3 копии королевских отпрысков. За 3 маны, 5 лояльности, за плюс 1 дровым карту, дискардим карту, а за плюс 1 целевое существо получает плюс 2, плюс 0, первый удар и пробивной удар до конца хода. Это важно, когда у нас наша армия зомби большая, чтобы получить плюс 2, плюс 0, first strike, да, и trample. Либо же за плюс 1, за первую билку, просто помогает нам с поиском нужных карт стоп-дека, то есть дроваться, искартить, ничего здесь такого нету особенного. Но это неплохая помощь. Тем более он выходит сразу с 5 лояльностями, сразу становится 6 лояльностями за 3 маны. Его сложно убить сразу, поэтому он доставляет оппоненту неудобства, пока мы развиваемся. 4 копии повсеместной жестокости. Это наш масс ремувал. Используем скопище 2, затем армия зомби наносит повреждение равности ее силе каждому не являющейся армией существу. 3 копии явления вековечных богов. 3 Николболоса, Уджин и Лилька. Вот. По мане тут все стандартненько, ничего такого сверх нету. Что касаемо сайдборда. У нас тут есть, естественно, 2 дюреса, еще один негейт плюсом. Еще 2 гибели легиона на всякий пожарный против быстрых шустрых агр. Заклинание старейшин, заразные хватки. Даже, на самом деле, уменьшу на 1 и добавлю плюс 1 нарсет. Почему бы нет, все-таки университет не дает дроваться оппоненту. 2 копии Рева Карнариума, 2 Ашиока и 1 копия Искажения Мыслей. За 6 маны не может быть отменено. Целевой оппонент показывает свою руку. Изгоните все не являющиеся существом или землей карты из руки и кладбище того игрока. Во-первых, мы чистим кладбище, во-вторых, сбрасываем руку против контроля или свистопляски. Эта карточка просто идеальна, если мы, конечно, сможем ее, ну, накопить 6 маны. Но мы будем прилагать к этому все усилия, естественно. Потому что в деке у нас 25 земель. Вот, 25 земель. Ну что, давайте же приступим непосредственно к тестингу. Мне уже руки чешутся и поиграть, я еще не играл. На самом деле, в последнее время у меня остается все меньше и меньше время на тестинг, я просто стараюсь как бы играть сразу, да, записываю для вас видосы сразу, то есть предварительный тест. Раньше я садился, предварительно тестил деки, понимал, хорошее или нехорошее, и от этого зависело, записываю я или не записываю. Сейчас я просто играю.
То есть нету никакой специальной подготовки. Погнали! Кстати, да, небольшая новость, ребятки. В группе ВКонтакте я в ближайшем, точнее уже завтра публикую расписание выхода роликов. Точнее, это не будет не совсем расписание выхода роликов, это будет расписание, когда я буду ролик, жанр какой ролика я буду делать. Так что вы сможете перейти, посмотреть, когда будет выходить историк, когда стандарт, когда что-то еще. Окей, рука. Да нормальная рука. Давайте кип. Медленно очень, конечно. Но у нас есть масса ремвал, поэтому может быть и не сильно медленно. Сейчас посмотрим. Играть будем, кстати, против ранга выше нашего. Что это вдруг интересно? Неужели не нашел с кем поиграть еще? Клавел. Ну ладно. Баник. Давайте. Храмец. А, да, пусть вот регрев останется. У нас все-таки такие большие косты на руке. И ход. Уху-ху. Ну ладно. Это больно, это опасно. Завать. И ходи. Это больно и это опасно, ребята. На самом-то деле очень даже. Ой. Меня просто убиваешь, друг. Так. Ну давайте, наверное, так. Давайте, наверное, так. Да, подробимся, подискартимся. Стирание мысли, наверное, сброшу. Пока мы его сыграем, пройдет целая вечность. Но я надеюсь, что сейчас все-таки оппонент пойдет в королевский отпрыск, поставит еще какую-нибудь мелкую шляпу, и мы поставим свою большую шляпу. И отпрыски не умрут. Внезапно. Эти мои хорошие. Лисичка. Лисичка моя. Ой, ты какая. Вот покопай какашку. Давай. Копай какашечку. Вон где-то какашка. Вот там какашка. Так, ну чё, поборник, поборник. Окей. Дальше. Ну, на 4. Что-нибудь еще? Гномика воткнешь? А гномика нельзя воткнуть? Ладрели. А-а-а, нет. Моя жестокость повсеместная. Нет. Придется ждать до явления веконечных богов, наверное. Нет. Да, чтоб тебе. Ну, это похоже на слив, конечно. Ну, давайте подроваемся. А, да. Скинем отдушину. Поставим могилу. И пожертвую кричу. Если у нас получится, то рыцаря мы убьем следующим ходом. И, ну, а этого будем блокировать. Сейчас нам прилетит как минимум на 4. Минимум. Это вообще адский минимум, насколько она может прилететь. Ну да. О, хорошо, что понятно, нет еще одной земли. Меня это прямо очень радует. Ну давайте. Убьем рыцаря. Ты помилишься. Надеюсь, там будут сплошь и рядом земли. Ой, как хорошо. Отличненько. Так, ну и давайте, наверное, подробимся, подискартимся, да? И ходим. Это ложка. Хорошо. Так, мы же за минус 8 можем взять 4 карты. Это мне нравится.
Это мне очень-очень-очень нравится перспектива. Еще мне нравится, что у оппонента нет красной маны на бурн. Мне это тоже очень нравится. Ой. Это плохо. Ладно. Это плохо, ну ладно. Но терпимо. Че, атака в отпусков? Так боишься их? И страшно, и страшно, и страшно отпуски. Ребята, да, кстати, сразу хочу извиниться. Если у меня будет шумно на заднем плане, у меня просто щенобоны народились. Поэтому с ними, к сожалению, ничего не поделаешь. Не заткнешь. Так. Кровавый склеп. Уджин. Плюс каунтер. Подроем, подискартимся. Вот регрев пока. Нас покидает. Вот регресс нас покинул. Вот у нас есть и блокер, и ремувал. Это неплохо. Это очень-очень-очень неплохо. Я сейчас, наверное, матерится, что его так крючит. Ну, все, что ли? Ну, блин, тогда же неинтересно. Ну ладно, давай вторую. Так. Рев Карнариум однозначно нам не помешает. А больше, в принципе, я не вижу смысла ничего больше класть так-то. Наверное, негейты я уберу. Один негейт. Что хрен знает, да? Хотя, блин. Я думаю, может убрать вторжение одно. Все-таки это так больно, 4 вторжения. Хотя мы всегда можем их скинуть, да? Бешенство, рев, всадница. Так. Давайте, наверное, одного надзирать. Хотя, блин, он 1-4. Тоже неплохо. Вообще, все такое интересное. Ну, давайте 2 негейта, ладно. Окей. Эмберклифф нечем будет контрить. Эмберклифф нечем будет контрить. Ну ладно, попробуем так. Да, это хорошая рука. Да, кип. Не хватает второй красной на руке. И вообще будет просто шикарно. И с таким уже ни хрена не сделаешь абсолютно. Да, моя маленькая? Да. Уходи, жук. Сделаю, хочу потемнее. Вот так. О-хо-хо-хо! Ну, блин, вторая красная и все. И это будет не остановить. Unstoppable вообще. Кажется, бы сейчас не вышел рыцарь, который дробит карту. А вот он. Да, прекрасно. Ну, давайте тогда начнем дискартиться. Не дискартить оппонента. Что есть? Клинок. Всадница. Это лоша, да? А, клинок. Нет, пока. Пока. Сейчас, на данном этапе жизни мне это не нужно. Мне нужна красная земля. Ну, Лиля тоже, кстати, неплохо. Я так чувствую, что сейчас последует атака на 2. И я, если честно, даже не знаю, что играть в следующий ход. Или надзирателя, или же жестокость. Это лоша вошел. Дал сюда лайфлинг. Атака, да. По-любому надо играть в стирание. Мне нужна земля очень срочно. Красная. Давайте, наверное. Еще всадницу уберем. Извини, друг. Ты, конечно, мега крутой. Но я хочу вот так. И ход. Блин, это снова не то, что мне нужно. К сожалению. Ристалище, да. Ах ты ж, сука. Ай. Красная земля, умоляю. Красная земля, красная земля, красная земля. Почти. Почти красная земля.
Четко вам подрыл Амберклифт, а? И ход. А, спасибо за красную землю. Отличная красная земля. Поборник. И, видимо, Амберклиф на него. И это атака на 6, да. М-да. Что-то не то. С красной-то земелькой. Что-то не то. Давайте все-таки не гейт вернем. О, так, гибель еще одну закинем. Даже, наверное, две. Теперь, что я хочу убрать? Что я хочу убрать? Думаю, да ну его нахер этого надзирателя одного. Да, и отпрыски не такие критичные на самом-то деле. Да, и вторжение можно одно убрать. В принципе. Да, я думаю, может босса одного убрать. И так попробуем. Давайте попробуем таким макаром. Таким макаром будем пробовать. Ну что? Мы первые? Секундочку, ребята, переложу щеночка. Окей. Давайте попробуем. Рука, конечно, не самая шустрая, но что поделать. Завать. Ход. Окей, выбирай. Выбирай. Наверное, бешенство сейчас уйдет. Где такое чувство? Нет. Ну ладно, тогда склеп и ход. Крестоносец. Ну, крестоносец сейчас умрет. Это как бы даже не обсуждается. Потому что я не хочу, чтобы оппонент дровался. Карты. Что икота напала. Внезапная. Три маны. И рыцарь. Это хреново. И это лоша. Это не лучше. Какой-то такой вот непонятный намек на Амберклиф. Да. Видимо, да. Прям это чувствую. Ну давай. А, нет. Окей. Без Б. И что-то еще за ману. Наверное. Да, сверло дрели. Ну, выбирай теперь, пожалуйста. Что тебе больше нравится? Ух, скажет, ни хрена себе. Ну да. Наверное, так и лучше. Давайте пожертвуем за второе красное, чтобы у нас уже больше не было таких проблем в жизни. Помилься, пожалуйста. Прошу тебя. О, ходи с катушкой. Это хорошо. И ходи. Интересно, получится ли у нас выжить в этой партии? По идее, должно получиться. Потому что энд-карта на руке заканчивается. Это меня немножечко воодушевляет. Ну давайте еще раз. Пока по не надровал дискард. О, в землю ушли. Это хреново для нас. Босс ушел, дровля ушла. Ну давай, топ-дек. Давай, дека. Работай, должно что-нибудь хорошее прийти сейчас. Нам все по дискарте хорошее.
порождение хаоса. Вот это не очень хорошо. Ну да ладно. И это нам погоду вообще никак не делать. Я вообще не думал, что в рыцарях может быть порождение хаоса, если честно. Ну, доход. Смотрим, что потерялся. Не вовремя ты потерялся, дружище. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, доход пока. Да. Да. У меня такое чувство, что нас сейчас просто уроют. Хади. Пипец, сколько мы земель дробаем. Просто земли, 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 земли. И даже сказочный проход не помог. Да. Вообще ни хрена не помогло. Помогло, нет? Это вообще ни хрена не рыцарь. Атака. И ходи. Что он сейчас может выиграть? Нам сейчас может выиграть, если мы вдруг подроваем отпрысков. И они дадут +2, +0 и трэмпл. Ну это что-то ни хрена не отпрыски, да? Это атака. Это лошадь. Дестача. Ну ладно. Разменялись с этой лошадью. И давайте в Никол Босс. Я не хочу рисковать, если честно, я хочу просто убить его. И ход. Вообще неохота рисковать. О, нормально. Что, давайте плюсанем. Земля ушла. С руки причем. Давайте надзиратель. И ход. Как минимум блокер у нас уже есть. Ой, дровля пришла. Бам, два хита. Поборник. Окей. Ну давайте плюс. Земля ушла. Тебе шанс. Пожертвуй существо. Угу. И атака на 2. Плюс к тому у нас есть типа ремувал на руке. Это уже хорошо. И ходи. Поборник. Пойдет в атаку, не пойдет, интересно. Это мне реально интересно. Пас. Да, я даже не против. Эти отпрыски. +2, +0. Противоустойчивость, угроза, трэмпл. Все дела. Пороть? Yes! Ха-ха! Фух! Это было круто. Alright, man, играем следующую. Первыми будем. О, да, конечно. Синий, конечно, нет. Ну ладно.
Пока потерпим. Надеюсь, синий нам придет. Склеп. И ход. Ага. Хорошо. Ну, давайте тогда проход. Проход и ход. Вот так. Друидка. Да, друидка. Не знаю даже, насколько это, если честно, опасно для нас. Наверное, опасно. Хотя нет. Как интересно. Давайте все-таки, наверное... Блин. Давайте вторжение. И ходи. Угу. Одно радует, это сейчас будет не... Заветное чудище. Хотя он квестинг. Это значит, спрашивающее чудище. Ай. Ну ты, блин. Взял, впорол. Трактирщик. О, вот это мы сейчас поубиваем на них. Да. Да. Thank you, Novak. И ход. А вот и чудище. Да, без бед. Вообще без бед. Итак, давайте пожертвуем существо. Атака на 4. И ход. Угу, видимо, нисами, так кажется, что будет. Нет, трактирщик. Ну ладно. Вивиан, да, без проблем. Это же интересно, что она сейчас делает. Комтера разложит? На трактирщика. Да, конечно. Лови. Давай следующий. БГ Адвенчур. Да? Нас ожидает. Матч с БГ Адвенчур. Неплохо, кстати, так зашел первый ход. Ну, вот заразные хватки нам должны помочь по-любому. Гибель легиона тоже. А дюресы не знаю. Из крайней мысли не уверен. Рев Карнариума. Надо подумать. Ладно. Эти лильку уберем. Босса оставим. Явление оставим. Жестокость отличная. Королевские отпрыски. Одних можно убрать в принципе не так критично. Надзиратель. Угроза, порча, устойчивость, да? Ну, хорошая опция так-то. Стирание мыслями нравится. Негейт. Блин, негейт. Ну так, в принципе, нормально. Без негейтов можно справиться. Что там, не знаю, что может быть черного. Только лилия. Ну, с лилией мы найдем общий язык. У меня есть 6 карт, которые могут ее убить в мейне. Поэтому с лилькой там уж как-нибудь общий язык найдем. Итак. Будем ходить вторыми. А, рука не самая прямо козырная. Но давайте попробуем кипнуть. В принципе, чтобы наказать среднетемповый мидрейндж, у меня есть в руке все, кроме земли. Ладно, ходи. Сейчас еще будем думать, какую землю искать. Дюрес, да пожалуйста, выбирай. Что тебе больше нравится? Выбирай что угодно, дружище. Я не против. Давай. Ай. Ушла повсеместная жестокость. Ай-яй-яй. Ай, трактирщик, да, трактирщик. Пожертвуем. Найдем сначала красную. А вот и синяя подоспела. Ну ладно, оппонент уже видел черную, поэтому черную поставим. Есть земля, есть контакт. Что это будет?
Видимо, Вестинг Бисер. Ой, влюбленное чудище, господи. Все, я уже начал договариваться. Окей. Влюбленное чудище. Ну, давайте поставим теперь. Блин, что найти-то? Давайте остров. И ходи. У меня, в принципе, тут три болоса. Вопрос только в том, что я хочу именно найти. Точнее, что я хочу играть. В болос или в жестокость. Сейчас посмотрим. Так, заводь, да? Хм. Заводь это неплохо. Давайте, наверное, про... Ход. За красный. И убьем трактирщика. Что он меня бесит. И ход. Ну да, в этот раз у нас получилась не такая шустрая игра, прямо как в прошлый. И я так чувствую, что мы сейчас сольем очень быстро, но тем не менее. А давайте следующую. Даже брыкаться не буду. Медленная рука у нас получилась. Еще и двух боссов надробали. Вообще беда-беда. Ладно. Айди гоу. Рука-то хорошая, рука-то мне нравится. Оппонент очень опасно поступил, поставив биста без токена и начал им пороть еще из-под Вивьен. Это просто жесть. А первым. Да, детка, да, это очень хорошая рука. Особенно против таких дек, как у него. А с отдушин начнем и ход. Даже интересно, что он сейчас... А, ничего не поставит. Окей. Мы сейчас поставим. Стирание мысли. И ищем землю. Либо землю, либо угрозу. Так, это нам не делает ни хрена. Это нам не делает ни хрена. Это нам не делает, в принципе, почти ни хрена. Давайте орден, господи. А, да, вот регресс нормально. Хотя орден мог легко умереть. В принципе-то. Может, надо было орден оставить? Трактирщиц. Окей. Пожертвую его. Хлыст. И ход. Так. Окей, вернул подписчик. Хорошо. Да. Вам сделаем сюда. Угу. Орден, да? Да. Без проблем. Я даже в атаку схожу. Спасибо. Не хочу, чтобы мне улетали кажется. Давайте вторжение. И ходи. И вот сейчас такие карты становятся бесполезными. Абсолютно. Да, без Б. Зацени, что есть. Прикольно, да? Ну
Ну окей, заводь, ходи. Зажга рука. Получишь ответочку. Есть земля, есть горук. Да, горук. Да, два топена, скорее всего. Нет. Пожертвуй. Плэнсволкер. Давайте стирание мысли. Всадницу уберем. На кладбище однозначно. И ходи. Понятное дело, что он трактирщика не будет играть в одиночку. В одиночестве. То есть ему нужно сыграть что-то, что подроваться сразу. И, видимо, у него такая есть. И я так чувствую, что он подровал биста себе. Да. Я так и знал. Да. Так. Ну давайте, наверное, сыграем все-таки жестокость. Убьем этих двух. И может даже в атаку сходим. Давайте в атаку. Может этого разберем сразу. Я даже против не буду. Да, хорошо. Ходи. Ах ты нехороший человек. Я еще хуже. Хотя нет, знаете что, отмена. Ходи. Отмена, отмена, по-любому. Да, Вивиан, вот я поэтому хотел сделать отмену. Да, конечно. Опасный ты чувак. На, лови всадницу. Угу. Дальше. А дальше. Ни хрена не произошло. Так, теперь. Давайте, наверное, атака. Вивиан. Попробуем вот так сделать. И надеяться, что там больше не бист. И всадница. И очень надеяться, что там не бист. Иначе мы слили. Ах ты сволочь. Ну ладно. И атака. Этот сюда. Этот сюда. И ход. Если есть бит, то мы умерли просто от вторжения. Нет, жнец. Есть жнец. И Вивиан. Есть Вивиан. Да. Грустно. Ай! Я тебя понял. Я-то сейчас буду по 6 хп генить. Вход. In exchange for eternal servitude. Без разницы, да? Давайте убьем жнеца. Хрен с ним. Хрен-то с ним. Подровайся. И атака. Вивиан. Погинили 6 хп.
И ходи. Есть храм. Yes. Это круто. Крутая дека. Реально, ребята. Очень крутая дека. Очень-очень-очень крутая дека. Ну что, мои дорогие... Ой, друзья, давайте посмотрим бустерок. Что за бустерок такой? А что это? А что это за бустерок такой, а? Ну-ка, утопить в озере, прялка и... Похищенный феями. Окей. Дорогие друзья, надеюсь, что эта дека вам понравилась. Мне она понравилась безумно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами был Дима, канал НТГ Сибирь. Увидимся завтра, где я буду играть. Еще пока не знаю чем. Ха-ха, это будет дека от подписчика однозначно. Так что не пропустите следующий ролик, нажмите в колокольчик. С вами был Дима, канал МТГ Сибирь. Еще раз повторюсь, всем удачи, пока и хороших табдеков.